Добре дошли на Рали Бреслав. Welkom bij de Rally Breslau Poland 2018. Benvenuti alla Breslau Poland. Привет, Вики, Breslau Rally. Bienvenue au Rally Breslau Poland. Запрошаем на Рали Бреслав. Komt gerust een keer kijken naar de Breslau Rally in Polen. Willkommen zur Rally Breslau in Polen. Welcome to the Breslau Rally. Добро пожаловать на Rally Breslau Poland 2018. Это итоговый ролик, посвященный прошедшей в начале июля гонке. На сей раз я решил подытожить свои впечатления не в виде длинного опуса на сайте, а просто озвучить их на фоне того, что удалось заснять. Кратко про это не рассказать, а большие тексты сегодня мало кто будет читать, но согласитесь, это так. Да. Поездка на Бреслау планировалась очень давно, но как обычно финиш этой гонки почти всегда накладывался на старт Шелкового пути. А мчаться с одного большого мероприятия на другое, ну скажу по собственному опыту, это не очень правильно. Руководитель проекта Александр Ковачев, которого мы встретили в Германии на внедорожной выставке, сказал, что российских журналистов и участников на гонке не было ни разу, и сделал нам предложение, от которого глупо было бы отказываться. И мы отправились на гонку. Административно-технические проверки на всех соревнованиях проходят одинаково, но здесь было одно исключение, которое я не видел ни на одном соревновании. Это тренинг по оказанию первой медицинской помощи. И речь идет не о наложении шины во время перелома, а о том, как быстро извлечь пострадавшего из машины и правильно сделать искусственное дыхание. Инструктаж проводили врачи спецназа. Поэтому все было по-военному четко и безо всяких «тому я понял, можно я пойду дальше, все ясно». Ничего подобного. Несколько экипажей никак не могли правильно сделать искусственное дыхание манекену, на котором, кстати, стоит специальный датчик, оповещающий о том, что кукла скорее жива, чем мертва. Okay, very important. The patient is conscious, in the head down, you up, up, you know, here, head down, yes? Because the IR system is closed. Maybe close the tongue, maybe upper, ever. It's very important, the IR system is closed. Ну, наверное, понятно и так, что первым делом надо поднять голову, если она опущена, чтобы освободить дыхательные пути, потом резким движением вытащить пострадавшего из машины и начать делать искусственное дыхание. И только после такого успешного прохождения тренинга в обходном листке, спортсмены его называют бегунок, появлялся штампик, и экипаж мог дальше проходить техническую комиссию. Много лет назад на марафоне Ладога Трофи чуть было не случилась трагедия. Пилот эстонского экипажа на спецучастке Бобры отравился угарным газом. Я прекрасно помню, как Джесс Гудвин, пилот английского экипажа, и многие другие участники в прямом смысле слова спасли Аусу Прииту жизнь, делая искусственное дыхание. Делали они это как могли, не очень умело, но тем не менее. Жизнь человеку спасена, а на следующий день Аус Прит выиграл спецучасток, во как его вштырило. Одним словом, подобный тренинг – вещь очень полезная для наших организаторов, особенно если учесть, что в российских трофи-ридах много болот, где запросто можно отравиться угарным газом. Если вы не знаете, он не имеет ни цвета, ни запаха, в какой-то момент вы просто отключаетесь. Итак, что же из себя представляет гонка Бреслау Поланд Ралли? Организатор ее позиционирует как некий симбиоз, состоящий из двух, на первый взгляд, совершенно разных автомобильных дисциплин. Это кросс-кантри, по-нашему ралли-рейды, и как оффроуд с элементами тяжелого бездорожья. Эта категория здесь называется экстрим. Не дисциплина автоспорта, а категория. Сейчас я вам поясню. Дело в том, что такая официальная дисциплина, как трофи-рейд, есть, видимо, только в России. В Европе она называется всеобъемлющий off-road. Название мероприятия, они, конечно, широко используют слово трофи, но по прямому назначению, как трофей, как приз. К примеру, Хорватия трофи, Полон трофи. Соответственно, дисциплина off-road здесь зовется экстримом. Я же буду иногда называть ее нашим привычным рабоче-крестьянским словом трофи. Если вы не все поняли, то и не парьтесь, фиг с ним. Я сам иногда не понимаю, что говорю.
Бреслау ралли – это прежде всего гонка по роудбуку. Сеть лесных и полевых дорог, особенно на полигонах, позволяет делать огромнейшее количество спецучастков. И в целом все трассы заточены именно под ралли-рейд, особенно на самом крупном действующем полигоне Европы – Дравско-Поморске. На нем, кстати, ежегодно проходит один из этапов Кубка мира по ралли-рейдам. Покрытие там в основном песок, но в лесу встречаются дорожки поплотнее. Что же касается гонки в целом, трассы за счет ралли-рейда отличаются от трассы экстрима только отсутствием на ней локальных лебедочных засад. Ну, в целом они совершенно одинаковые, где-то пересекаются и расходятся снова, но для экстрима придуманы вот эти вот приключения: приехал, лебеднулся и поехал дальше. Что же касается зачета эндуро, то мотики обычно стартовали значительно раньше машин, а в большинстве дней у них даже вообще были свои трассы, никак не пересекающиеся с автомобильными. Ну понятно, в целях безопасности. Избалованный российским длинным бездорожьем, болотами, лесовозными колеями, я ждал от экстрима большего. Вернее, большего количества таких засадных мест. Ну представьте себе спецучасток протяженностью более 100 километров, а на нем всего несколько мест, где есть оффроуд. Это, как правило, переезд через какую-нибудь протоку или канаву с торфяной жижей. Все остальное время экипажи занимаются ориентированием по дорожной книге. Ну, собственно говоря, это и есть формат европейского трофи в целом. Предпочтение отдается скорости с элементами оффроуда. В этом году в рамках большого Бреслау-ралли появилась маленькая трехдневка Бреслау 500, которая являлась этапом чемпионата Германии по ралли-рейдам. Она стартовала на день раньше, и участники, заявившись на два различных мероприятия, проходящих по одной и той же трассе, могли побороться сразу за два трофея. Все началось с Бреслау 500. Первый день для всех зачетных групп был таким достаточно коротким, я бы сказал, ознакомительным. Ну как обычно это делается для разогрева участников, чтобы экипажи могли вкатиться. Как и в любых гонках, и Бреслау не исключение, есть экипажи, которые приезжают только за победой. Есть, которые приезжают за хорошим результатом. А есть, которые ни на что не претендуют и приезжают просто за участием. По мотикам и квадроциклистам это, кстати, хорошо видно. Кто-то быстро соображает на ходу, кто-то это делает медленней, а кто-то вообще не парится и едет толпой, считая, что во главе ее стоит самый умный, он все знает. Смотреть на это иногда прикольно. В роудбуке у организаторов написано, что приезжая оттуда, участник должен повернуть налево и сразу же направо. Здесь течет речка, надо ее переехать по этому мостику и уйти направо. Но большинство участников, а было уже много мотоциклистов, и человек 7 или 8, наверное, квадроциклистов, уезжали по хорошей дороге вдаль светлую. И потом возвращались, теряли на этом много времени. И только один очень опытный, видимо, умный и умеющий читать дорожную книгу участник сразу повернул туда, куда нужно. Он выиграл минут 5-7. Но, кстати, от ошибок не застрахованы и сильнейшие. Многократный победитель многих европейских соревнований англичанин Джим Марсден, выступающий в зачете Экстрим, выехал на гонку с новым штурманом. Они каждый день стартовали в первой тройке, но к какой-нибудь засаде всегда приезжали пятыми, а то бывало и седьмыми. Проблемы с чтением роудбука у штурмана явно нет. Блин, слово-то какое написал. Проблемы с чтением роудбука у штурмана явно налицо, при нас они блудили неоднократно. Но машина у Джима заточена и под скорость, и под трофи. Лебедка стоит, кстати, собственного производства. Для тех, кто не знает, Джим Марсден является производителем очень быстрых и мощных лебедок. И, кстати, на машинах многих участников установлена именно одна. Поэтому все, что они пролюбливали на скоростных отрезках трассы, а их большинство, они наверстывали там, где надо было что-то преодолевать. Подъехали, быстренько цепанулись, лебеднулись и умчались дальше. В России же эта лебедка не нашла популярность, потому что не Китай и потому что дорого.
Если честно, поначалу мы делали ставки на зачет грузовиков в экстриме. Ну потому что никаким трофи тяжелым бездорожьем нас уже не удивить, а грузового зачета в России нет. Но пыль столбом поднимали не только тяжеловесы, но и всяк мимо проходящий. Как сказал великий Колин Макрей, прямые дороги для быстрых машин, повороты для быстрых водителей. Внимательные любители ралли-рейдов не могли не заметить, что машинки-то не совсем как бы очень раллийные, да? Ну, может быть, за исключением нескольких грузовиков и 3-5 Toyota и Ford'ов, которые чисто внешне, может быть, и подпадают под категорию суперпродакшн. И если все это перевести с птичьего на русский для тех, кто вообще ничего не понимает, то это не та техника, на которой повороты проходят веером или поддают газку на трамплине. И бешеных скоростей напрямиках здесь тоже не было. Здесь очень много геликов, есть парочка боулеров, заднеприводных багги, разных поджериков. Картинка достаточно пестрая, но, на мой взгляд, все-таки далека от тех рейдовых машин, которые мы привыкли видеть в чемпионате России или на Кубке мира. Что же касается машин категории Extreme, то есть трофейных, то они практически все подпадают под техрегламент Ладога Трофи и соответствуют зачетам ТР-3 или Прото. Без сомнения, одна из самых быстрых машин, если не самая, была у Джима Марсдена. Мощный двигатель, 650 лошадей, всепоглощающая подвеска. Если честно, мы, конечно, не читали регламент Бреслау и тех требований к машинам, но согласитесь, когда в одной зачетной категории есть машина 650 лошадей, а мощность остальных не превышает 250, то у нее, конечно, есть некое преимущество, особенно если учесть, что гонка очень скоростная. Я прекрасно помню, как за день до старта, когда я увидел эту машину, я расстроился собственной фразой, мол, судьба первого места решена. Забегая вперед, скажу, так оно и получилось. Но борьба за победу и призовые места в зачете Extreme все-таки была. Всего на старт вышло около 150 экипажей. Это чуть больше 40 мотогонов в эндуро, 15 квадриков, 17 сосвишек, около 60 внедорожников и, по-моему, 17 или 18 грузовиков. К сожалению, после финиша трехдневной гонки Преславы 500, треть участников разъехалась по домам, а бивак на долгих 5 дней переехал на окраину городка Дравско-Поморский, на военный полигон. Трасса сделана таким образом, что намотано очень много-много-много петель, и непонятно, по какой дорожке в конкретный момент времени надо ехать, и люди носятся и ищут правильный путь. Этот действующий полигон считается самым крупным в Европе. Он действительно огромный. Сеть дорожек, дорог и таких широченных проспектов для танков позволяют делать трассы с самой немыслимой конфигурацией. Сверху это выглядит примерно так. Сначала они накручивают зигзаги, потом зигзаги вдоль, потом переходят на перпендикулярный поперек, такой мягко пересекающийся в зигзагообразный, не пойми что, вот это вот так вот, все как на картинке, поверьте мне. Ну, конечно, трассы не пересекаются, особенно у мотиков и машин в целях безопасности, но сверху картинка выглядит вот примерно вот так. По утрам полигон был закрыт. Военные играли там солдатики. А с часа дня и до закрытия трассы, это бывало иногда за полночь, участники наматывали по полигону круги. И так 5 дней. Мы выезжали на полигон как на работу. И я не могу сказать, что это очень сногсшибательно. Пресс-поинты повторяются, траектории участников заучены наизусть уже много лет назад. Ну, с другой стороны, а где не так? Если вы из года в год катаетесь по одной и той же местности, то вы наверняка будете знать ее с закрытыми глазами. Но мы всегда находили какой-то экстрим для съемки. Или экстрим находил нас. Вот если включить мозг и играть на опережение, то можно оказаться в очень интересных местах гораздо быстрее участников или даже организаторов. Дорожная сеть полигона, а там есть и асфальтовые дорожки, в целом позволяла гоняться за участниками по каким-то срезкам, тропинкам, практически не выезжая на трассу. Но если надо было быстро найти какую-то точку на карте, то это однозначно к Мишке, а если за приключениями, то ко мне. Пришла в голову мысль, был бы я картографом где-нибудь в Пентагоне, так они бы вообще бы ни разу бы Россию на карте не нашли, правильно я говорю? Правильно. О.
Пятый день мы на гонке, и вот организаторы наконец-то сделали трассу через болото. И догадайтесь, как она называется. Вы представляете, они ее назвали Ладога Свамп. Организаторы на Ладоге никогда не были, но прекрасно знают по видеорепортажам, сами догадайтесь кого, что такое ладожские болота. И действительно, на полигоне нашлась заболоченная протока с такой же травой, с такими же лягушками, с таким же вязким дном и с таким же экшеном. Это место участники проходили дважды, и дважды находились экипажи, которые ныряли туда с разгона и заливали движок. Французский семейный экипаж Франк Дуарель и Франсуаза Холлендер претендовали минимум на третье место при условии, что оставшиеся три дня до финиша они не разбазарят преимущество в полтора часа над идущим четвертым экипажем. И первый звоночек прозвенел именно на Ладога Свамп. Пилот с разгона нырнул в воду. Ну, мои предположения такие, что они хотели просто по инерции проскочить самое глубокое место, что, в общем-то, так и вышло. Но вода попала в двигатель, и на просушку ушло больше получаса. То есть больше получаса потерянного времени. Но это было только начало. Последний день, когда надо было спокойно проехать небольшой спецучасток, всего с одним засадным местом, они так плотно присели в торфяной канаве, что все преимущество над догоняющими растаяло ну просто как эскимо в бане. Приехав на это место четвертыми, они пропустили весь канал, по-моему, 16 машин. Трижды рвали лебедочный трос и в конечном итоге прибегли к помощи оргов. Мы, повторюсь, регламент не читали, но, видимо, за помощь организаторов полагается не снятие, а только пенализация. Ибо мы видели не раз, как машины доставлялись на бивак на эвакуаторе, а на утро экипажи снова выходили на старт. Или как, например, штурман Марсдена пользовался орговской длинной стропой, потому что в лом было бежать за своей. Одним словом, проиграв весь временной кандигап, по логике вещей Франк и Франсуаза должны были скатиться минимум на четвертое, а то и пятое место. Но остались на третьем и взошли на пьедестал, с чем их поздравляем. Второе место тоже за французами, а победу в экстриме одержал англо-португальский экипаж Джим Марсден и Хелдер Дорог. Мы с Михаилом Ласточным крепко поспорили на тему помощи со стороны оргов. Ну, как крепко, там пару разбитых витрин, перевернутая барная стойка, чье-то испорченное вечернее платье, так по мелочи в общем. Я считаю, что допуск участника до гонки после помощи оргов с соответствующей пенализацией – это правильно. Это не профессиональный спорт. Для всех участников это хобби, приключение, может быть, часть бизнеса. Подавляющее большинство приезжают сюда не за пластиковыми кубками, а за общением в кругу себе подобных, за настроением. И вот теперь в этом настроении самое время поговорить о главном – о женщинах. Хоть сегодня не 8 марта, но пару ласковых слов сказать обязательно нужно. Thank you.
стриме стартовал 21 экипаж, и ровно в третьей из них женщины, в двух за рулем, а в остальных пяти в качестве штурманов. Надо сказать, что временами им приходилось ох как не сладко, ибо вы сами понимаете, быть штурманом в трофе – это тяжелая физическая работа. Про таких женщин в свое время прекрасно сказал классик: и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. От себя добавлю, если надо, и мозг вынесет с концами. Ну что, так тоже же бывает, правильно, ну. Отдельно хочется отметить Франсуазу Холлендер. Не знаю, как это этичнее выразиться, но если вы заметили, она значительно старше своих соперниц. Но это никак ей не мешало бегать наравне с ними и привести мужа на третье место. Да, вот такая вот жена французского декабриста. Как нам рассказали организаторы, Франсуаза и Франк познакомились много лет назад на гонке, и теперь они неразлучны. Ну, на этом женский вопрос закрыт, займемся делом. Если честно, вот если совсем честно, я ехал на гонку ради грузовиков в экстриме. Большие, тяжелые, мощные, где-то даже страшные, но такие притягательные. Пыль столбом, вода, брызги, волны, ну согласитесь, вообще редкая картина для нашего трофи. Но чего им точно не хватает, так это нашей, российской, глубокой, лесовозной осенней колеи. Получается так, что они выезжают порезвиться на песчаных полигонах, где, как у нас говорят, я и на восьмерке проеду. Было два зачета грузовиков, те, что в ралли-рейдах, и тех, что в экстриме. Экстрим, в свою очередь, делился еще на два класса – машины до 7 тонн и больше. То есть больше 7 тонн – это маны. Вы, конечно, обратили внимание, что у многих манов установлен внешний каркас с решеткой перед лобовым стеклом, и это не случайно. Аэродинамика у машины примерно как у вашего холодильника, то есть равна нулю. Но кажется, вот в прошлом году одной из машин при прохождении брода волной выдавило стекло прямо в салон. Ну, слава богу, без особых последствий, но согласитесь, приятного мало. И вот с тех пор в целях безопасности мановцы ставят на своих вот такую вот решетку. Вообще интересно наблюдать за тем, как экипажи манов готовятся к преодолению брода. Они подъезжают, и даже вот если есть место для маневра, все равно встают в очередь и не торопясь так готовятся к штурму водной преграды. Только на разматывание стального лебедочного троса уходит больше 15 минут. В этом смысле унеможенный зачет гораздо быстрее. Ну, это не мудрено при поддержке такого-то болельщика. И хоть унемоги и маны не соревнуются между собой, это разные зачетные категории, этот фанат очень часто выставлял перед манами свой жизнеутверждающий баннер. Ну, это один из фанатов-болельщиков, вы посмотрите на его техничку, сами все поймете. Но теперь, выражаясь армейским языком, перейдем из тяжелой артиллерии в пехоту, то есть к мотикам. Это была самая массовая категория, и там, оказывается, велась очень интересная борьба. На гонку впервые приехали три экипажа из Литвы – Евгениус Петрускевичус, Аронос Нациунас, который занял, кстати, третье место на Бреслау 500, и Айдес Бубинас, которого многие знают по Ладога Трофи. Да простят меня литовцы, если я неправильно произношу ваши фамилии, я их читаю просто в списке организаторов, вот как тупо написано, так тупо и читаю. Так вот,
Значит, в группе МОД очень интересная ситуация. Если с первым и вторым местом уже все понятно, то с третьим местом ведется такая очень жесткая борьба. У ребят разница в 14 секунд, и завтра последний спецучасток, и все решится. И самое интересное, что они из одной страны, из одной команды, и как они будут делить это место, вообще фиг знает. Вот расскажите. В результате упорной борьбы Айдес завоевал таки третье место. И таким образом в Литву приехало целых два призера гонки Breslau Poland, с чем мы их и поздравляем. Я сейчас одну умную вещь скажу, это уже вторую, кажется, по счету. Здесь хорошо бы смотрелась наша команда ГАЗ Рейд Спорт. И все те, кто заявляются в российских ралли-рейдах за счет рейд. Я не шучу, честное слово. Трассы подходящие. Среди соперников много быстрых, но нет тех, чья победа будет предопределена еще до старта, то есть нету мировых лидеров. Мне кажется, у наших экипажей было бы много шансов, а про трофистов я вообще молчу. Кстати, идейный вдохновитель, главный орк Александр Ковачев неплохо знает про наше российское трофи-движение, про огромное количество джиперов. Но его почему-то удивляет, почему на Бреслау-то никто из наших не приезжает. Если русские приезжали на наши рейды, это было бы перфектно. Потому что много русских приезжают в Болгарии на отдых. Много. Да, и много русских. И даже там, где конец нашего райда, в этом гостинице есть много апартаментов, которые хозяины русские. Uh-huh. Да. Но приезжают не только на Одмора, приезжают только на такой альтернативный отдых, как наш райд. Для нас наша самая важная философия в нашей организации есть дружба, приятельство и хорошее время вместе. Александр рассказал нам вкратце об осенней гонке Балкан Ралли. Сказал, что там все по-другому. Великолепная природа, рельефы гор и финиш прямо на берегу моря. Вот примерно сделано так, как сейчас на Африка Эко Рейс или на старом Дакаре классическом, когда машинки проезжали по берегу. Да, там действительно очень классно, поверьте мне. Ну, сам-то я там не был, просто картинки видел. Но, дорогие растения, приезжайте, точно не пожалеете. На этом, пожалуй, можно поставить жирную запятую. Кто знает, может быть, мы когда-нибудь окажемся на Балкан Трофи и вернемся на Breslau Poland, а пока хочется поблагодарить организаторов за приглашение, мы наконец-то все увидели своими глазами. Отдельное спасибо пресс-службе и коллегам-фотографам, которые нас не бросали и всегда направляли на путь истинный. Спасибо участникам за интересные кадры и, конечно, большое спасибо вам, зрителям, за то, что вы смотрите и читаете X-Road Media. А наш следующий репортаж с гонки будет из... Конечно, он обязательно будет, потому что самое интересное там, где нет дорог. Не, нормально, работа у нас не пыльная, на свежем воздухе. Ой, так хорошо прям.